Приветствую, дорогие друзья, продолжаем прохождение игры Сёгун Тотал Вар, играем мы за Кон Симадзу, 7-я серия. Так, в общем, в прошлой серии покончили мы с кланом Такеда. Так, что у меня за отряд? Давайте сюда. В общем, завершаем ход. Построили мы тут же мечников. Так, и хочу взять вот 4 вот этих отряда. И попробуем вытеснить повстанцев из провинции Инаба. Завершаем ход. Но денег, в принципе, ни на что пока не хватит. Так, в Хоке пограничные стрижевые башни построились. Из Инаба мятежник не отступает. Так, здесь тоже сразу строим башенку смотровую. Так, и хочу я еще давай сюда. Еще вот так вот пробуем. Завершаем ход. Так, из Харима мятежный генерал отступает. А в Тажиме собирается сражаться, да? 240 на 119. Ох, ё, у него монахи воины. Я нифига не справлюсь. Давай быстрее, что ты пока дойдешь, блин. Ой, ну пока добегу туда, тот уже уничтожит полностью. Ну что ты какой медленный, а? Ты охренительно, блин. Ну быстрее ты что? Ну ты что, блин? Как корова хромая. Конечно, пока бегом бегут, и то не успевает к битве, а? Ну что такое, блин? Да нет, тут явно проиграем. Ну все, один отряд уже разбили, а это... Я хотел нанести сразу с двух сторон удар, нифига не получилось. У меня человек погиб, у противника 29. Ну.
все это вот дергаться, наверное, тоже бесполезно будет. Завершаем ход. Да я не знаю, ну вроде бегом бежали, не успели все равно к биту. Ну как вот я, блин. Да с какого хрена ты еще, блин? Новый казан 3144. Ой, отходим, короче. В Хариме восстание произошло. Блин, провинция такая богатая, жалко. Блин, хотел прорваться, так нифига не получилось. Тут прям упущенные возможности сразу. Завершаем ход. В Асуме у нас порт построился. Ну сейчас море себе тут похватает территории. Ох ты, ни хрена себе, он тут целую армию собрал. Причем очень опасно. И куда он пойдет, фиг его знает. Мне сейчас надо войска накапливать. Так, здесь строим порт. Завершаем ход. По мне лучше бы они разделили. Ну, они начинают разделяться, ну, конечно, и Набу сейчас отвоюют это по-любому, потому что у меня там гарнизон незначительный. Ну, оставить провинцию. Все, что не по сильным, не то, что не по сильным трудом. Тут, наоборот, я хотел быстренько все решить. А куда дальше здесь пойдет? И монахи-воин. Вот как вот? У моря монахи-воин. Откуда, блин? Ты их взял. Так, давайте сразу перебрасываем самураев на удачи. Провинцию Аки. Вот ни хрена они сейчас на Имагау не пойдут, а пойдут на меня вот. Наверняка. Так, кого нам тут? Может быть, конных лучников нанять? Завершаем ход. О, ну я же говорю, вот, нет бы пойти на клан Имагава, нет, надо вот на меня идти. Попытаюсь я отстоять провинцию. Конечно, не факт, что получится. Да ёлки, ну ты куда ушел? Ну я тебя поставил здесь по центру, ты куда ушел, блин? Ты придурок. А, еще эти гребаные лучники. Отойди оттуда. Уйдем в зону поражения.
Нет, я сомневаюсь, что здесь выиграю. Ой, еще мой генерал убит, конечно. Вообще мой генерал сдох. В общем, это полный провал. Конечно, море тоже потери понесет. Но незначительный по сравнению со мной. И у меня, по сути, нет войск, чтобы его отбивать. У меня здесь просто образовалась очень жиденькая оборона. Еще сигару там подходит. Да нет, а у них еще, у них даже здесь еще не все, еще там вот. У меня были бы здесь еще мучники хотя бы. Я бы, может быть, выстрелил, а так нет, бесполезно. Противника потери, конечно, громадные. Итак, 340. В общем, 346 я потерял, противника потерял 135. 135 это вообще смешные потери. Все, у меня обороны здесь нет нигде. Мне хоть здесь удержаться, но и то не факт. Отходим давайте в бингу. Потому что, ну, хоки они сейчас все равно вот эту армию бросят. И все равно не ее возьмут. Пока отходим. К сожалению. Потом мы, конечно, все это отвоюем, я думаю. Так, здесь тоже заказываем порт и завершаем ход. Новый казна 3280. Ну все одно к одному, а ну... Ай, знаменитый доджи лучников раздолбалось, доходы упали вдвое, все одно к одному идет. А ну что такое, блин, что мне за непруха такая, я не пойму. Так, в общем, сейчас нам нужно... Просто непруха какая-то, я не знаю. Да нахрен, то есть вообще их испустить этот ответ. Надо будет бить, что отбить сейчас. Попытаться вытеснить оттуда врага. Вот не прет и все, я не знаю, ну что за фигня такая. Конец хода.
вообще тут грёбаное море, блин, приперся. Вот тебя ждали тут. Я прям мечтал, когда ты припрёшься. Ага. Сейчас уже не захвачу. Но они сейчас дальше на бинго будут по-любому двигаться. Здесь придется. Вот ни хрена вот они, походу, и магау не захватывают, а чисто против меня воюют. Гады. Вот такое устойчивое ощущение. Завершаем ход. Пьюги форт построился. Ну, кто бы сомневался, что... Ну, я же так и думал, что сейчас будет генеральная битва. Кто бы сомневался, а? Я вот так и предполагал, что они сейчас пойдут сюда. Всеми своими силами. Не понял, ты куда пошел? Куда ж ты пошел-то, придурочный? А вы куда уходите все? Так, отходим, так там копья, блин. Да кавалерий, ёшкин ты матрёшки, ну какого хрена? Вот вообще ни в какую не хотят они, блин. Ай! Генерал, отходи, отходи, отходи отсюда! Ну что ты опять творишь, а? Ну как, блин, так? Уходи! Да генерал, ёшкин ты кот, уйди отсюда нахрен. Ну что ты тут делаешь, придурок ты, грёбаный я. Ну что за оленя? Все, давай, пока убегают, догонку теперь на них. Посмотрите, как он бежит с полевой. Фух, ну генерал, блин, а. Стойка, я претерпел сейчас от тебя.
Да. Но мне некуда было кавалерию просто девать. Я не заметил, что там у них есть сигары, я хотел прорваться. А мне ни хрена не получилось. Гонять вроде сколько бежит. Тут толпу бы нагнать будет. Такая толпа бежит, я не могу их нагнать. Ой. Я не знаю, меня тут сейчас вся жизнь перед глазами пронеслась. Вроде генеральную битву мы выиграли. У меня, кстати, еще сил довольно много осталось. У меня кавалерия больше всего пострадала, лучники немножко, пехота вообще почти не... Ну, только один отряд пострадал сильно. А это значит, что у нас даже, может быть, сохранятся силы до контрнаступления. Нет, надо, нельзя так двигаться, надо двигаться аккуратно. Тут вроде бы захватил я ряд провинций, а что толку? Там повстанцев уперся, тут море появились. Потому что, ну, восстание произошло, и море появились, и все. Надо прям захватил провинцию и обрабатывать ее. На лояльность, там все, все вот это вот. Сейчас не было бы моря, если бы вот я аккуратно шел бы, моря бы не было, возможно. Нет, я вот поторопился, думаю, все, ага. Победа не за горами. Хотел быстренько тут все похватать, все, что можно. Ну, у меня какой план был? Я хотел просто похватать здесь быстренько провинции, которые можно было легко захватить, казалось мне. А потом уже развиваться. А в итоге только себе хуже сделал. Так что нет. Надо, во-первых, экономику развивать, а во-вторых, двигаться более-менее аккуратненько. По ходам я вроде бы успеваю. Не факт, конечно, но вроде бы успеваю. Итак, я потерял 130... Вот теперь я рассчитался с моря. Я потерял 131 человека, противник потерял 852. Ну, конечно, генерал, вот еще немножко и все. А море уже там дальше продвигаются. В том числе. Блин, из бича бы их вытеснить, но это надо армию сюда. Которая у нас Бингу бы прикрывала провинцию. Так, у меня здесь ударная кавалерия. И вообще, я думаю, здесь надо порт поставить. Так, лучников наймем. И завершаем ход. Неутешительные новости. Клановые судьи теперь самые богатые во всей Японии. Какой другой клан не имеет такой большой ежегодный доход? Так, я... Блин, а тут надо замок сначала.
Повышаем ход. Новая казна 2601. Так, лучники готовы. Так, надо что-то нам с этими делать. Сейчас мы здесь 8 отрядов оставим, а 8 отрядов попробуем вот этих вытеснить. Ну, вряд ли, конечно. Хотя тут они все потрепаны вообще-то. Ладно. Так, нанимаем здесь самураев Яри. И серию на этом будем заканчивать, наверное. Да, конечно, большие потери я здесь понес территориально. Мы и Тажиму, и Набу захватывали, и Хоки захватывали, и Бичу под нашим контролем было. Все потерял я в этой серии. Тут у них армейка более-менее. Ну, как более-менее. Нет, с другой стороны, знаете, что можно сделать? Можно, например, вот Бичем наоборот атаковать. У них два отряда лучников на мост, а Сигару Яри два покоцанных отряда и покоцанные на даче. Так, смотрим, давайте, что там у нас вообще по лояльности. Сто сорок два в Бузене, самая маленькая, да? Нам порты, за счет портов мы тут уже, ну тут и ферм у нас, здесь у меня все построено, вот тут у меня в Асуме надо еще, ну тут надо строить как бы и чайный дом, вот все дела. Ладно, в следующей серии уж будем все это пытаться отбить обратно, что-то с провинцией Бичу делать. Может быть, они испугают, отступят, но навряд ли. Тут разделить армию напополам. Приблизительно. Так, в общем, всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.